Ром, ты чё? Вспомни выстрел Паттона. И вспомни выстрел 268 обычного. Вот такой вот. А теперь вспомни выстрел Паттона. Вот здесь выстрел Паттона. Они блум. Или, Ром, вспомни... Вспомни это. Выстрел Ягд ПЗЕ-100. Станислав Ковалев. Ну, в принципе, можешь скинуть ВК, я гляну, что ты там сделал. Интересно будет посмотреть. Обожаю Е-75. Гляньте, куда поехал ВЗ-55. Боже, он встал на базе. Нормально делаешь, Валерунец. Ой, я уже хочу стрелять по Эмилю в башню. Все, Эмиль. Эмиль, готовься. А как ты его пробил? Ой. 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 А, сердечко. А. Эмиль, что такое? Так, Наталья. А что? Что творит Е-75? Охренеть, имба. Наташ. Наташ. Чш. А зато мне в дырочку прокинули... на Харькове мне попал вот в окно бойницы, челик. Вот что я хотел сказать. Все. Давайте без всяких шуток. Орудие! Вот другое дело. Давай, прикрывай, я не против. Давай взрыв БК. Я напишу петицию в защиту башенных ТТ, я тебя понял. О, он поехал. Вроде бы. Блин, экран как стоял, там так и стоит. Какого хрена? Ну, придется самому играть. Надо по ОВЗ давать. Пофиг на ИС-7. Дал, проверяй. Наконец-то.
Ну я же уже еду на тебя, что ты... Что? Ты чё, офигел? Понятно. Хорош, сильный чел. Го, подождем. Шикарно. Так, 8300. Тем временем. Тем временем 8300. Пацаны, я понимаю, что вы хотите 10к. Я тоже хочу 10к. Я очень сильно хочу 10к. Сейчас буду изо всех сил стараться их дать. Реально. Да ну. Да ну. А, тут даже хп нет. Можно вы меня просто не заметите? Это не 10к. Девять сто. То все равно не было бы 10к никак. Хотя, если добить Центуриона и выстрел в СТБ, может быть, и было бы. Ладно. Ладно. 900, ну ё-моё. Ну зато мастер. Короче, что с отметкой на 113? Во, какие 8600, ну блин. Это вопросы к тому, кто эту отметку ставит. Настраивает. Нормальная кружка, зато у меня есть термос, который пустой. Блин. Это плохо, что он пустой. Ты откуда? Я из Москвы. А, поехали. Ну да, он очень хорошо ехал, он молодец. То есть единственное, что я могу сказать про него, что он молодец. Все. Он просто молодец. Как вам? Вот этот вот дергание и разброс с такого стал вот такой вот. По-моему, неплохо, очень даже. Все, видите, уже наступает вот пол шестого. Все больше и больше народу. Вот и начал подлагивать клиент. И СМУА поехал в этот момент, ну... Блин, что такое невезение, как с этим бороться, как говорится.
Хорошо. 1500 есть. Но это мало, конечно, надо больше. Значит, делаем больше. Как же похрен нашему 49-му. Вы посмотрите, что он вообще делает. Да давай, не бойся. Сейчас он откатается, скорее всего, будет уже выходить. А, действительно, ты просто будешь стоять все это время? Хороший дзынь. Алекс. Ну все, это Алекс. Значит, он точно будет брать базу. Алекс, уйди с базы. Нафига он берет базу? Боже, гвардейс, спасибо, что ты есть. Не очень при... Да боже. Вот ты бы вместо... Вот реально, лучше бы вместо того, чтобы по мне стрелять, поехал базу сбил. Я не буду трогать гвардейцев, все, ни в коем случае. Да-да-да-да-да-да-да, расскажи мне, что я не пробил. Наконец-то. Все. Вот тот, кто сбил базу, памятник ему. Он вроде КД. Ну, поспешил, потому что ТВП уже вкатывал на гвардейца. Весь бой стоял и решил вкатить. БК или подпал? Ни то, ни другое. Ладно. Они еще и фуловые. Уже не совсем. Ай, ты ВП фуловая. Интересно. Блин, ты чувствуешь, когда тебя просто восьмерка имеет? Без проблем. Ну и я ее. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Я хочу через лево фугасиком дать ТВП.
Охренеть, он слева. На. На. Кстати, мы побили рекорд 9252. Поздравляю. Поздравляю вас. Мы побили рекорд 9252. Часто в центр прицела залетает. Нормально, нормально стреляет. 9200. 5134 за 55 боев. Всё, сюда. Нет, на 10к не было боя. Вот этот бой по урону рекордный на данный момент.